что нужно знать о коллекторах? Как служба судебных приставов следит за работой коллекторских агентств? Как действовать, если стали поступать угрозы от коллекторов? Смотрите программу «Город С» сегодня в 18.15. Гость в студии Алла Иванова, заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФ ССП России по Самарской области.